банки, жестянки, все подряд берем по хорошей цене. Металлолом принимал по хорошей цене. Сетки, ведры, бочки, банки, жестянки, холодильники, газовые печки, стиральные машины. Приветствую вас, друзья. Подождал, пока пройдет группа вот этих студентов. Находимся на улице Пионерской. И вот я проезжал мимо и обнаружил такую машину. Вот за елками стоит, за туями. Это у нас ЗАЗик. Но сейчас уже никого не удивишь вот такими восстановленными машинами. На ютубе очень много роликов. Но вот этот вот с бантом мне понравился. Посмотрите, как покрашен в металлик. А, нет, это не металлик. Номера старые. Бант, конечно, шикарный. Из пластика. Хорошо постарались. Я представляю, в каком он виде был раньше. В ужасном. Вот бампер поврежден задний. Ну, такая аккуратная машинка получилась. Мне нравится. А здесь вот магазин рядом. Шины, диски. Улица Пионерская, заправка. И вот начинается дождь. Впервые за месяц, наверное, начался дождь. Подъехал к тому месту, где недавно я снимал вот эту чашу бассейна. Хотел подойти, а здесь посмотрите, какую вырыли ров. Ничего себе, уже бетонируют здесь. Давайте подойдем, посмотрим. Хотел вот снимать поэтапно строительство этого объекта. Посмотрите, похоже, что это как бы будет даже аквапарк какой-то. Видите, канал с бетоном здесь, здесь, и он идет аж туда вот дальше. А вот сама эта чаша бассейна, хотел туда подойти, но я думаю, что я не пройду. Посмотрите, сколько земли, сколько тут работы проделано. Еще утром я ехал, стояла техника, но вот дождь пошел, и что-то нету ни техники, ни людей. Тут обвалился уже этот берег, склон, то есть. Вот эти домики уже тут, кстати. Ну вот посередине куча из веток, корней, травы. Жаль, что вот нельзя вот там вот вдоль дороги, где вот машины ходят, нельзя остановиться, там запрещено останавливаться. Поэтому, если бы там можно было бы зайти, было бы интереснее. Я хотел вот на чашу бассейна посмотреть все-таки. Так что будем пока отсюда наблюдать. Сейчас я хочу проехать туда дальше, посмотрим, что там. Вот эта техника стоит слева. А, наверное, у них обед. Да, время обеденное сейчас, 12 часов. Два катерпиллера стоят. А вот здесь кто-то расположился, сейчас покажу кемпинг. Впервые вижу, чтобы здесь стояла машина с кемпером. Ну вот, это слева стройплощадка, про которую я говорил. Сюда заехал кемпер.
Приветствую вас, друзья. 31 октября. Теплый солнечный день. Высадили вот эти вот растения. Не знаю, что это. Вот находимся возле филармонии. Вообще замечательный сегодня денек. Вот уже неделя, наверное, вот такая теплая стоит, солнечная. Я вот вообще в одной футболке. Люди в шортах ходят, я видел. Небольшой ветерок. Посмотрите, как здесь красиво сделали. Правда, тени летом тут нету. Много лавочек. Вот здесь лавочки. И вот такая вот аллея. Очень много фонарей. Вот видите, лужайки. Очень много в городе преображается. Даже грунтовые дороги на кварталах отсыпают, грейдируют. На восходе там грандиозная стройка, а здесь вот такой вот сделали сквер. Даже не верится, что вот полгода назад здесь стояла техника, все это делали. Красиво. Здесь вот такие вот наземные прожекторы освещения. Здесь. Хотя я не знаю. Ну, скорее всего, это освещение. Вот видите. Ребенок тоже катается на велосипеде, в футболке. Очень тепло. Здание филармонии, конечно, монументальное. Камеры понаставили, вот камера. Вот тут такой вот закоулок. Сейчас мы здесь пройдем. Афиши. Малый зал. Сейчас обойдем. Посмотрим, что там. Летучая мышь, золотой ключик. А, вот с этой стороны еще идут какие-то работы. Я думал, я тут пройду. Получается, что нет. Ставят опалубку. Давайте я вот тут срежу, а то далеко обходить. Ну, вот это круглое сооружение я уже показывал. Вот в мае оно было готово. Вот тут собираются люди. Молодцы, что... Единственное, вот я все волнуюсь насчет... бассейна, городского бассейна, все остальное мне очень нравится, что делается в городе, очень много работ всяких по ремонту, восстановлению тротуаров, улиц, уборка улиц. Вот тут вот сейчас в этом сквере тоже убирали от листьев. Вот моя машина впереди стоит. А в квартире, вчера я был в квартире, включено отопление на всю. Вот такая вот жара сейчас стоит на улице и в квартире, представляете? Все окна открыл, все равно жарко, голый торс, все равно потеешь, что-то делаешь. Прям... Ну, жарко. Отопление не выключали, поэтому очень жарко. Вот такой вот денек сегодня, ребята. Пойду я к машине. Всем спасибо за просмотр, всем пока. До новых встреч!